Телефонные мошенники принялись за чиновников. Звонящий представляется курирующим вице-губернатором и просит оказать денежную помощь якобы своему знакомому. Говорит быстро, жестким и уверенным голосом. По неподтвержденной информации уже есть потерпевшая. Это заместитель директора одного из департаментов краевой администрации. Ее попросили перевести 50 тысяч рублей якобы на операцию больному ребенку. Номера телефонов, с которых звонят мошенники, переданы в органы внутренних дел. Ведется расследование.